Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, это седьмое видео про скрепыши на моем канале, и оно здесь крайне, на самом деле. 7 роликов я отснял, думаю, этого хватит. Все, в принципе, посмотрели, применение, поразрезали какие-то бонусные штуки. Сегодня просто, наверное, в конце уже вечера, дня, у кого-то, возможно, уже ночь. Подведем итоги, на самом деле. И, друзья мои, завтра стартует огромный анонс, конкурс. Вопросы по конкурсу, ребят, возникают. Да, завтра конкурс, все итоги вам все расскажу. Завтра все будет у нас на канале. Плюс куча обзоров, куча новинок, куча всякого интересного, то, что так любите. Почему вы так соскучились за эти сутки? Ну, потому что скрипыши сейчас в тренде, надо быть тоже в тренде. 200к вы набирать не хотите, я вас просил, умолял, разыгрывал. Не хотите вы набирать 200к, ну, значит, вот будем так делать. Я тоже ничего не хочу, как бы, бейлблейды снимать. О чем мне их снимать? Я буду скрипыши снимать. Вот так вот. Вы же не смотрите бейблейды, да, ролик собирать, дай бог, 20 тысяч просмотров. Ну, камон, друзья, так дела не делаются. Я вас люблю, обожаю, вы самые лучшие у меня, но, блин, надо идти дальше, надо 200к собирать, а вот приходится скрипыши снимать. Ну, окей. Итак, акция скрипыши. Могу сказать, знаете, прикольная акция, необычная, действительно, можно много всякого всего с ними сделать. Можно вот и ручки вот так вот сделать. А, да, и у нас же конкурс, я разыграю скрипыши повторки. Пиши в комментариях, хочу скрипыши. Можно сделать и вот такой прикольный брелок на ключи, такую целоваку. Можно и USB вот так вот сделать, да. И всякое разное было у нас в магните. И вот такие воздушные шары. И вот такие вот лупоглазые, одноглазые. Вот такие вот единороги, злые какие-то черти. Вот так вот замороженный, прикольный. Да? Вот. И целая коробка еще скрипышей у меня осталась. Тоже когда-нибудь их открою я. И разные вот такие у нас были еще целоваки. Вот такие вот прикольные. Ну, теперь не светит, что-то нет, перестало светиться. А что-то все сломалось. А, во-во-во. То есть, вот, много всего разного интересного было. Вот, и давайте еще откроем несколько пакетиков всего. Да, вот юбилейный мой скрипыш красивый, вот такой классный. Вот, давайте уже откроем остальные. Оп, кто это у нас? О, это же у нас смайлик очередной. Прикольный, прикольный смайловидение. У нас какой-то получается смайловидение, скрипышевидение. Открываем дальше. У нас тут кто? Еще один смайл. Да что ж такое? Так, идем дальше. Здесь кто? Ты серьезно? 3 смайла подряд? Ну-ка, это вообще не годится. Ну как так-то? Слишком много повторок. Надо было делать, я считаю, магнит во второй акции. Пожалуйста, сделайте 50 разных вариантов. Потому что 500 штук юбилейных, хоть попался мне один, да, слава богу. Плюс там какой-то папа, мама, сыночек. Остальные все плюс-минус одинаковые, куча повторок. Ну зачем это нужно? Но ладно. О, вот такого не было. Вот это вот улыбака И тоже делает И. Но она у нас... цветочка очень красивая такая, прикольная. Дальше идем. Здесь кто? Опять смайлик. 4 в одном смайлик. Это вообще не круто. Мне круто. Последний у меня остался. Давай вот этого лучше возьмем мы. Розовый. О, это у нас флэш. Злой флэш. Вот, ну, в общем и целом, прикольно. Мне акция понравилась. Много всяких приколюх, много экспириенса. Что-то необычное, да. И я хочу уже, конечно, вторую акцию, которая будет более прокачанной. Там будет... И видите, в чем проблема? Нельзя купить, допустим, вот такие акции все в одном магазине. То есть у кого-то продаются, допустим, надувные шары, плюс там отражатели. Где-то продаются блокноты, браслеты, еще что-то. Вот... побольше всего завезите и сделайте скрипыши 50, может даже 100, потому что 50 это очень круто, и сделайте, чтобы их можно было покупать, йоу, магнит, что вам сложного? Ну, сделайте их там, я не знаю, по 50 рублей, по 100 рублей, приходится скупать ваши йогуртами просто тоннами, у меня ролик на канале, гляньте, просто тоннами скупать все, все йогурты, самые дешевые в пятерочку, в магнит, получается, я купил вот по 25 рублей, а 3 йогурта дают одного скрипыша, или можно купить 2 творога и получить... 2 скрипыша. Нет, 1 творог и 2 скрипыша. По-моему, это так работает. Где-то у меня был еще журнал. Вот. Вот, смотри, журнал есть. Да, 2 товара, 2 скрипыша. То есть нормально. Но они стоят дорого, выгоднее покупать по 3. Она у меня такая рваненькая, мой буклетик уже. Вот. Ну, а в целом акция мне понравилась, прикольно, что это было необычно, потому что, ну, вот эти вот, ну, стиратели, там тоже много у них прикольных фишечек, в принципе, залипаки, ну, тоже, да, не знаю, вот эти свистолеты, свистоплюи, вот эти вот динозавры, ну, много акций, хочется больше, наверное, персонажей, потому что смайлики это прикольно, хочется побольше, допустим, а, мам, папу, я, вот эти вот они фигурки, их очень редко-то попадают, тоже редко выпадают, поэтому, ну, не знаю. Вот. А на этом на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Лучший Ведущий. Всем пока-пока. Скоро будут новые ролики. Увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.